Долгожданная весна – время, когда все расцветает и хочется творить, но далеко не все радуются ее приходу. Для многих смена сезонов, нестабильная погода и сырость – факторы раздражающие. Как избежать весне то, что неприятно, и оставить лишь то, что приносит счастье? Поговорим сегодня. В эфире «Телегид. Покупатель всегда прав» и я, его ведущая, Лидия Шулаева. В этом выпуске мы узнаем, как не обмануться с выбором турпутевки, как победить болезнь суставов и как восстановить здоровье опорно-двигательного аппарата. Конечно, лучший способ пережить раннюю весну с ее капризами – это отправиться в путешествие. Куда ехать – вариантов бесчетное множество. А вот как сэкономить на поездке и не попасться в лапы недобросовестным туроператорам, мы вам расскажем. Когда мы планируем путешествие, перед нами, как правило, встает всего три вопроса – куда поехать, на чем сэкономить и как не обжечься на туроператоре. Остановимся на каждом подробнее с бюро путешествий «Бон Вояж». Итак, вопрос первый – куда ехать? Здесь диктует исключительно ваши предпочтения. Любите музеи и архитектуру, ваш пункт назначения – Европа. Прогуляться по старинным улочкам, насладиться искусством, выпить кофе в уличных кафешках. Кстати, европейские города хороши в любое время года. И вне сезон есть свой плюс – цены ниже, да и не так многолюдно. Лидер пляжного отдыха – безусловно, Турция. Здесь оптимальное сочетание цены и высокого уровня сервиса. Да и близкий перелет не утомляет. Если же хотите экзотики, ваше направление – Доминикана, Куба и страны Азии. А вот если вам важно, чтобы тур сочетал в себе и экскурсионную программу, и чистые комфортные пляжи, да еще и по сравнительно невысоким ценам, это Арабские Эмираты, которые в последнее время стали лучшей альтернативой Египту. Там есть на любой кошелек, не будем говорить там, VIP это понятно, но есть очень от эконом. Пожалуйста, у нас есть всеми любимые Шарджи, которые рядом с Дубаями, где есть бесплатные трансферы в Дубай, во все моллы, они бесплатные абсолютно, экскурсионка, туроператор предоставляет тоже великолепную, то есть и посмотреть, и пляж, все это можно совместить. Отелей очень много, хороших абсолютно на любой кошелек, вот реально на абсолютно любой кошелек. Следующий вопрос – на чем сэкономить? Здесь ответ однозначный – сбережет ваши деньги раннее бронирование. Когда вы покупаете тур заранее, удается сэкономить очень серьезно. На некоторые направления к сезону цены вырастают аж в два раза. Так что, если вы планируете свой отпуск на лето, тянуть уже некуда, бегите в бюро путешествий «Бон Вояж». Здесь вам предложат сотни вариантов для отпуска вашей мечты. Мы выбираем отели, нигде нет отелей в стопе, цены все равно очень вкусные. Если ваш отпуск приходится на июнь, июль, август, лучше, дешевле раннего бронирования ничего быть не может. Если вы боитесь переплатить за тур при раннем бронировании, надеясь, скажем, на горящие путевки, то и в этом случае можно подстраховаться. Один из туроператоров, с которыми работает Бон Вояж, предлагает для своих клиентов акцию «Бронируем по лучшим ценам». Распространяется она на туры в Турцию, и в случае, если цены на выбранный вами тур станут ниже, вам вернут переплаченные деньги при некоторых условиях. Если это за две недели до вылета, если цены вдруг уменьшились, вдруг горящее будет, вам пересчитывают по этому выгодному курсу. Круизы по Средиземноморью тоже лучше покупать сильно заранее, за 7-9 месяцев, а то и за год-полтора. В таком случае выгода будет очень ощутимой. Ну а для самых экономных – автобусные туры на море прямо из Сарова. Бронирование на них тоже уже открыто. Есть все места, отправление идет каждые 4-5 дней. Цены все уже появились, есть Анапа, Геленджик. Приходите. Ну а теперь самый главный вопрос – как не прогадать с туроператором? Новости в последнее время очень тревожат. Здесь туристы неделю не могут вылететь из-за банкротства авиаперевозчика, а там и вовсе остались без путешествия из-за недобросовестности оператора. От этих рисков вас спасут профессионалы своего дела. Салон путешествий «Бон Вояж» на рынке туристических услуг уже 15 лет. Его специалисты внимательно следят за ситуацией в турсфере, держа руку на пульсе и отказываясь от работы с ненадежными туроператорами. За годы работы «Бон Вояж» ни разу не подвел своих клиентов. Мы отслеживаем всех туроператоров, мы работаем только с надежными. То есть, доверившись нам, вы точно не попадете в некрасивую ситуацию. То есть, всю ситуацию на туристическом рынке лично вы не сможете отследить физически. У вас не будет квалификации и отсечь недобросовестных партнеров. То есть, мы их отсекаем еще на ранней стадии.
и не допускаем, что наши туристы не улетали. Все наши туристы улетают, возвращаются. На стенах бюро путешествий «Бон Вояж» десятки грамот и благодарностей, но главной наградой здесь считают доверие клиентов, которым очень дорожат. Поэтому к своим туристам относятся с особой заботой. В рекламных турах менеджеры компании лично посещают все предлагаемые отели, поэтому точно знают, что предлагают. 24 часа в сутки они находятся на связи с вами на случай непредвиденных ситуаций и всегда своевременно предупредят, если в туре появятся какие-либо изменения. Телефон у меня всегда с собой, в режиме онлайн фактически все изменения в полете я отслеживаю. То есть, по крайней мере, я могу заранее предупредить туриста, что его рейс перенесли и что он будет информирован об этом. То есть это тоже очень важно, потому что переносит как вперед, так и назад. «Бон Вояж» – компания, которая знает все о путешествиях. Здесь легко ответят на любой ваш вопрос и сделают ваш отпуск незабываемым. Турагентство «Бон Вояж» – сказочное путешествие вашей мечты. Телефон 37300, сайт bonsarov.ru. Людям, страдающим артритом и артрозом, первыми о наступлении весны сообщают суставы. В периоды смены погоды боль в руках, ногах и пояснице для них становится постоянным спутником. Как решить эту проблему, расскажем далее. Смена сезонов, весна и осень – пожалуй, самая опасная пора для тех, кто страдает такими заболеваниями, как артрит, артроз или остеохондроз. Болит спина, ломит поясницу, сложно согнуться и разогнуться. Повышается метеочувствительность и снижается работоспособность. Симптомы знакомы многим, но есть возможность их избежать благодаря физиотерапевтическим процедурам нового поколения. Один из самых известных методов – магнитотерапия, которая подходит для людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата – артритом, артрозом или остеохондрозом. Благодаря аппарату «Алмаг Плюс» магнитотерапию можно проводить в домашних условиях. Пациент ввиду обострения заболевания не всегда может дойти до больницы и принимать процедуры там. Это удобно тем, что он находится аппарат дома и в любой момент может пациенту помочь. В основе его действия находится магнитное поле. Магнитное поле способно ускорить обмен веществ в данной области и уменьшить боль и воспаление. Буквально с первой процедуры пациент испытывает облегчение болей, а к концу курса процедур увеличится объем движения, например, в суставах, и уменьшается боль при движении в поясничной области при обострении остеохондроза. Аппарат «Алмаг Плюс» действительно очень удобен в использовании. Взять с собой его можно и в путешествие, и на дачу. У аппарата несколько режимов работы, один из которых педиатрически разработан специально для детей от 1 месяца жизни. Аппарат очень прост в использовании. Инструкция подробная имеется к нему. И, кстати, эта инструкция утверждена Министерством здравоохранения России. В комплекте 4 катушки индуктора, удобные крепления и магнитный индикатор. Весь комплект помещен в удобную сумку. Пользоваться аппаратом «Алмаг Плюс» очень легко. Это могут быть различные участки тела – шея, спина, поясничная область и суставы. При заболеваниях в области спины можно параллельно вот так или вот так. На коленный сустав таким образом и на голеностопный сустав, в плечевом суставе, на локтевой сустав. С аппаратом движения снова могут стать легкими. Это новый уровень физиотерапии для опорно-двигательного аппарата и выгодная инвестиция в здоровое будущее. Данный аппарат «Алмаг Плюс» приобрела совсем недавно для себя. По рекомендации врача очень болела шея. И сегодня вот хочу приобрести такой же аппарат в подарок для мамы, чтобы тоже она пользовалась им. Самое приятное, что аппарат легко использовать в домашних условиях и пользоваться им может вся семья. А приобрести «Алмаг Плюс» можно в аптеках Сарова. И продолжая тему здоровья. Движение без боли, тонус мышц и бодрость духа – все это возможно благодаря правильной физической нагрузке. Как ее подобрать, особенно с учетом проблемы с опорно-двигательным аппаратом, знают в центре доктора Бубновского. Лечение заболеваний позвоночника и суставов без лекарств и операций. Это звучит как фантастика, но это реальность. Центр доктора Бубновского работает по уникальным авторским методикам оздоровления, восстановления и профилактики. Когда впервые попадаешь сюда, не можешь не удивиться. Кажется, что это спортзал, но на самом деле все намного серьезнее. Доктор Бубновский впервые в мировой практике обратился к мышечной системе организма человека как к основному лечебному фактору. И результаты говорят сами за себя. Более 1,5 миллионов историй выздоровлений, и число это растет с каждым днем.
в основном обращаются с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это самая основная, самая главная проблема, которая сейчас беспокоит. Такое понятие, как остеохондроз, он у всех на слуху, набило оскомину, но несмотря на это, в общем-то, жалоб действительно очень много. Это и головные боли, это прострелы в пояснице, это и боли, не менее, в руках, мурашки, это и боли в суставах. В общем, большой достаточно перечень заболевания опорно-двигательного аппарата, с которыми мы здесь работаем. Работа с каждым человеком в центре Бубновского строится исключительно индивидуально. Для каждого подбирают свой график занятий, набор упражнений, их интенсивность. За выполнением следит инструктор, направляет, подсказывает, помогает. Обязательно контроль артериального давления. Все изменения фиксируются в индивидуальных картах. Построено на специально подобранных упражнениях. В основе подбора упражнений лежит миофасциальная диагностика. Это система, которая понятна не только специалистам, но и самим пациентам. В процессе занятий проходит несколько таких курсов и проводится данная миофасциальная диагностика для отслеживания лечения в динамике. Динамика достаточно бывает ярко выражена, особенно на ранних стадиях проявления остеохондроза или каких заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Еще раз обращу ваше внимание на то, что методика доктора Бубновского – это не медикаментозная система лечения опорно-двигательного аппарата. Она не подразумевает ни лекарств, ни операций. Организм человека восстанавливается в процессе занятий. Это удивительно, но всего несколько сеансов такой лечебной физкультуры, и люди забывают про боли, которые, бывает, мучили их годами. Ранее, например, ему назначались различные нестероидные противовоспалительные и безрезультатно, то в течение 6 занятий бывает боль уходит и безвозвратно. В тяжелых случаях, когда уже идут более серьезные деструктивные разрушения самих суставов, курс лечения, конечно, может быть продолжаться и 1,5 года, и для некоторых всю жизнь. Формулировка «всю жизнь» ни в коем случае не должна вас пугать. Это норма в каждом дне заботиться о своем здоровье. Методика Бубновского направлена не только на лечение опорно-двигательного аппарата, но также и на профилактику его заболеваний. Кроме того, эти занятия, безусловно, помогут держать ваше тело в тонусе. Это современная кинезитерапия, лечебная физкультура, которая подходит практически каждому. В зале можно встретить и подростков, и людей уже солидного возраста. Для многих посещение центра стало уже образом жизни. Здоровым образом. Жизни. Кстати, со стороны некоторые упражнения кажутся невероятно тяжелыми и для неподготовленного человека прямо-таки невыполнимыми. Но в этом и особенность тренажеров Бубновского. Занятия на них по силам всем, особенно с учетом того, что инструкторы, принимая во внимание все особенности каждого конкретного посетителя, настраивают тренажеры индивидуально. Я лично убедилась, это проще, чем кажется. Высоких результатов в лечении в центре Бубновского удается достигнуть именно благодаря контролю выполнения программ на каждом этапе. Ну и, конечно, перед тем, как приступать к занятиям, просто необходима консультация специалиста. И будьте внимательны при выборе центра. Спрашивайте лицензии и сертификаты. Часть центров в городе уже пытаются использовать данную методику, не владея ей. То есть посмотрели телевизор, посмотрели интернет, купили похожие тренажеры и думают, что они уже ее освоили. Таким образом могут нанести вред. Здоровье в движении. В центре доктора Бубновского. Улица Зернова, 11. Телефон 6-72-76. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!